Самопровозглашенная Донецкая Республика рассчитывает на парафирование соглашения об отводе вооружений калибром менее 100 мм на заседании контактной группы в среду, сообщил утром представитель ДНР в контактной группе Денис Пушилин. Переговоры контактной группы по урегулированию ситуации на Украине и ее рабочих подгрупп пройдут в среду в Минске. Повестка остается неизменной, одним из основных вопросов, как и на предыдущих встречах, станет согласование документа об отводе вооружений калибром менее 100 мм в Донбассе. Возможно, что состоится процесс перезагрузки в мирное русло и, возможно, что состоится процесс парафирования документа, соглашения об отводе вооружения. Шансы есть, но они крайне малы. Все зависит от тех инструкций, которые Украина получает извне, цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.